Пешеходный мост у гостиницы «Турист» закрыт уже более 2 месяцев. Напомним, в январе этого года произошел обрыв одного из 4 несущих тросов, после чего для безопасности горожан мост перекрыли. На данный момент муниципальный контракт разыгран, определен подрядчик. Последний раз мост ремонтировали более 5 лет назад, при этом несущие тросы не заменяли. Поэтому на этот раз решено было провести полную реконструкцию сооружения. Значит, будут заменены оставшиеся 3 троса на данном мосту, дощатый настил и, соответственно, все механизмы и опоры, которые требуют профилактики. До конца месяца мы планируем запустить движение пешеходное, так как мы понимаем социальную значимость этого моста. И после того, как мы запустим пешеходное движение, будет косметический ремонт произведен, и в мае он уже будет представлен полностью.